Всем бодрейшего! Вот и настал тот день, когда вышел трейлер GTA 6. Rockstar обещали, Rockstar сделали. И давайте же посмотрим на него, что там нам показали, все ли подтвердилось и как вообще выглядит графон, картинка и многое другое. Что ж, с вами по-прежнему Фликер, если кто не в курсе. Давайте, короче, без лишних слов смотреть. Трейлер, кстати, в 4К. И начинается, наверное, как и пятая часть, с красот будущего города, в котором будут происходить все события. Rockstar Games представляет. Эх, Майами. Но визуально, конечно, это рост по сравнению с пятой частью. Люди уже похожи на людей, не такие низкополигональные, как в пятой части, хотя пятая часть очень даже неплохая была по графику, но вы посмотрите вот на это, а? Vice. Ну, куда без тверка, куда без тачек и куда без крокодила и нигены. Ну, слушайте, выглядит бодренько. Сумасшедшие бабуськи какие-то. Может быть, даже не будет повесточки той самой. Я вот так и не понял, это брат с сестрой или реально парень с девушкой. GTA 6, мать его, встречайте. Ну, эпично, эпично. Камень в 2025 году нам закинут. Давайте еще разочек посмотрим, и я уже буду ставить на паузу и какое-то свое мнение высказывать. Но Люсия, как зовут главную героиню, вторую, кстати, я не знаю, как зовут, напишите в комментариях. Я уверен, фанаты Rockstar и GTA, я не являюсь фанатом, хотя Vice City я проходил несколько раз, мне очень нравится эта часть. И, кстати, классно, что здесь немножечко Vice City как раз-таки пахнет. Главная героиня, судя по всему, будет выбираться из тюрьмы, а вот ее подельник, может быть, он будет ждать как раз. Ну, ее, возможно, досрочно отпускают. Город, конечно, я уверен, будет выглядеть шикарно. Ну, вы посмотрите, это реально какой-то Майами. И вот эта вот прогулка на вот этом катере, я не знаю, как это правильно называется, сама машина, транспорт. Я его встречал в Техасе. Ну, в клипах такого, например, известного исполнителя, как «Желтый волк», вот, у него эта штука, этот вид транспорта присутствовал там, и ассоциация у меня с Техасом вот есть. Так. Пляж. Пляж, конечно, очень прям насыщенный, дофигища людей, и что я заметил, более реалистичны хотя бы стали выглядеть фигуры, более округло, следовательно, скорее всего, полигонов значительно больше появилось, и фигуры людей, анимации более стали реалистичными, в отличие, опять же, от пятой части, хотя в пятую часть я не полностью играл, больше всего времени посвятил, играя на третьей плойке еще, когда был в гостях в Москве у друзей. Ладно, смотрим дальше. Ну, катеры, транспорт нам покажут, можно будет высовываться, видимо, с кабриолета. Так, это уже гетто какое-то пошло, я вижу лоурайдеры различные, конечно же, автомобили с крутым тюнингом, я уверен, там тюнинга будет прям завались. Пишите, опять же, в комментариях, как вы думаете, много ли будет тюнинга. Но в любом случае, шестая часть должна быть еще круче, чем пятая, а в пятой уже понапихали... Я не знаю, сколько всего. Тут бары нам показывают, друганов. Ночной город. Выглядит реально вот похоже очень на Vice City. Хотя выглядит еще, наверное, даже круче. Еще более неоново, чем тот Vice City, который был... Блин, в каком году игруха выходила? По-моему, 2000-й какой-то. Начало 2000-х. Надеюсь, кстати, подождите-ка. Мне кажется, я видел там автомобиль «Гепард», и он визуально очень был похож. Вот он. По-моему, это «Гепард», вот эта белая тачка. Очень напоминает его. Одна из моих любимых была в Vice City, и,
В Сан-Андресе, по-моему, тоже была. Ну, вы посмотрите, прям очень... К волосам, конечно, есть претензии. Они как в киберпанке в раннем выглядят. А тело, ну, прям человек, ё-моё. Шикарно. Да, еще что заметил. Dead Bot Squad какой-то. То есть, скорее всего, вы там будете создавать какую-то свою соцсеть и там делиться... своими свершениями, своими путешествиями по новому этому городу, как, кстати, он называется. Местным действием выступит целый вымышленный штат Леонида. Вайс-Сити будет лишь одним из городов, то есть там будет большущий штат, и в нем будут присутствовать несколько городов. Так вот, мы будем, скорее всего, там, внутри игры, создавать свои соцсети, выкладывать всякие мемы, приколюхи, которые происходят во время прохождения, и по-любому, наверное, будет какая-нибудь GTA 6 онлайн. Очень много внимания было уделено вот этому крокодилу, то есть на нас будут нападать крокодилы, что ли, очень интересно. Ну, тверк, куда без этой уже танцевальной культуры, точнее, вида танца. Да, тут вон лайки, кто-то может писать. Короче, игра будет предлагать социальную сеть внутри. И то есть тем, кому скучно в реальной жизни живется, будут жить там, походу. И Rockstar даже вот эту вот социальную сеть будут как-то монетизировать. Может, вы там даже станете популярным каким-то блогером, кто его знает. Так, дальше. Ну, крокодил тут у нас... пробирается дальше. Жирный чувак, за которым бежит коп. Тут какой-то... рокер. То есть, скорее всего, мне кажется, что поведение NPC будет более таким глубоким и продуманным. Vice Beaches, порт Vice City Case. Да, тут очень много все о Vice City говорит. Какие-то моменты я могу не заметить, это все-таки первый взгляд и реакция. Дедок какой-то, люди в грязном, то есть, скорее всего, пачкаться мы будем, хотя в первой части, по-моему, тоже там, в пятой части персонажи тоже покрывались там снегом, грязью, ну и, конечно же, волосы будут отрастать, как в Red Dead Redemption 2. Так, это наш второй главный персонаж, который мне вот напоминает какого-то актера, но не могу вспомнить кого. Скорее из «Остаться в живых», что ли, был сериал какой-то. Вот оттуда он мне напоминает его. Какие-то фрики, ну куда без фриков. Копы, машины, мотоциклы. Ну понятно, что транспорта будет очень много. Ограбление куда без этого. О, это Сейбор, по-моему, спорт, что ли. Тот самый, который, конечно же, похож на Chevrolet, одну из старых моделей. В целом, я сейчас, наверное, скажу такую штуку, которую многие не ждут. Я не особо впечатлен был вот этим трейлером, типа вау-эффекта он у меня не создал, потому что, наверное, у меня не было вообще никаких ожиданий, и в последние игры, которые там презентуют, они не особо прям вызывают этого вау-эффекта. Ну, типа, да, классно, потому что графика уже до такой степени прокачалась, что ты видишь уже более реалистичную графику, которая прям близка к тому, что мы видим своими глазами в реальной жизни. Ну, конечно, круто это выглядит, но я пока не супер впечатлен. Пишите свои мысли в комментариях. Очень круто, что GTA 6 все-таки вышло, что Rockstar как бы сдержали обещание, и я помню, ходили слухи, что вроде это будет небольшая часть, но мне кажется, масштабы у нее значительно увеличились, и в 2025 году есть всякая вероятность, что мы в России, например, сможем в нее тоже поиграть, и будет даже русские субтитры, как обычно Rockstar делают, потому что русскую озвучку никто не внедряет, потому что диалогов там дофигища, а в этой части будет, скорее всего, еще больше. Так, еще какие моменты я хотел озвучить? Ну, в
принципе, наверное, больше ничего. Будет классно, будет классно. Интересно посмотреть еще на требования, конечно же, какие. У меня 3060, надеюсь, что в 1080 хотя бы она потянет себе. Интересно, будет ли еще у нас изменение нашего тела. То есть, если мы пойдем в какой-нибудь спортзал, сможем ли мы прокачаться и изменится ли наше тело. Ждем. Я жду, несмотря на то, что это канал мобильного геймера, мне будет интересно поиграть. И у меня, да, были мысли, что Rockstar представит не шестую часть, а какую-нибудь GTA, не 6, а GTA Mobile с сюжетом, с чем-то интересным, с какими-то механиками, которые для мобилки были бы крутыми. Но в итоге Netflix просто перекупил себе Definitive Edition, вот эту всратую GTA-ху, ремастер. И все. Мне, честно говоря, на ремастеры насрать. Я поиграю лучше в старые добрые. Короче, ждем, дорогие друзья. Надеюсь, данный ролик был вам интересен, полезен. Вы, может быть, поржали, какие-то прикольные моменты нашли. На этом у меня все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.